расскажу тебе про славян. Славян? Я где-то слышала это слово. Кто это? Славяне? Славяне это мы. Вот послушай. Племена. Много было племен. Каждое племя имело свое интересное название. Вятичи, Кривичи, Поляне, Богемы, Древляне. Это были люди сильные, смелые, но и ласковые. Славяне очень любили гостей. Если гость пожаловал, а угощения нет, то славяне бежали к соседям просить угощения для гостя. А еще славяне были очень ловкими. Вот, например, могли долго лежать на дне реки и дышать в длинные соломенные трубочки. Они очень быстро ходили пешком, умело лазили по деревьям и любили лес. Из славянских племен родилось очень много народов. У всех этих народов очень похожие языки и красивые песни. Вот послушайте. Ой, на Ивана тайна купала, там не чиновника квиты сбирала, квиты сбирала.
Поплыви, ночок, тай за водою, серце дівоче зібрав собою. Ой, наївана, тайна купала, там дівчинонька квіти збирала. Давным-давно они жили в центре Европы, но потом их стало так много, что они начинали расходиться в разные стороны. Восток, запад и юг. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. В эти тихие вечера песня слышится и не слышится. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Было время, когда у славян не было букв, и они не могли читать книги. Они рассказывали друг другу истории и сказки. Кондрат Крапива. Дипломований баран. Басня. В одном селе, неважно где, ходил баран у чароде. Разумных баранов на вогу уже немного, а гэты, дык дурней дурного, не познает своих ворот. Видать, что голова слабая, а лоб, дык лоб наадворот, такого не страчал николи лбая. Коли нема разумника другого, побиться кабу двух, дык ён разгоніцца і ў стену. Бух! У іншага б уже выскачыў і дух. А ён нічога. І вось за дурасць гэту яго вучоным раз празвалі неяк насмех.
А каб двара не перабег, на шыю павязалі метку. Вось, кажуць, і дыплом табе. Што гэта за дыплом, баран ні мя, ні бэ. Аднак жа перад кошкаю пачаў ён ганарыцца. А што ж ты думала, сестрыца? Хіба мне пахваліцца нема чым? Дыплом я заслужыў, здаецца, галавою, і не раўнуйся ты са мною. Аб гэтым лепей памаўчы, сказала яму кошка. Каб ты быў разумнейшы трошка, і розумам раскінуць мог авечым, то ўбачыў бы, што ганарыцца нечым. Бо заслужыў ты свой дыплом не галавой, а лбом. Другі баран ні бэ ні мя, а любіць гучнае імя. У славян не было букв, но они хотели читать книги. И поэтому два брата, Кирилл и Мефодий, решили славянам помочь. И придумали специально для них алфавит. А Кирилл и Мефодий тоже были славянами? Нет, они были греками. Да, конечно, греческий язык совсем не похож на славянский. Он совершенно по-другому звучит. Вот послушайте. Христос Анести. Смогли придумать буквы для славян. Кирилл и Мефодий знали их язык? Да, Кирилл и Мефодий умели говорить на болгарском языке. Вот, послушай, как звучит болгарский язык. Голубь.
Благодаря Кириллу и Мефодию у славян появились книги, и мы теперь можем многое узнать. Вот, например, как города строили, воевали, как грустили, ну и как играли. В поле береза стояла, в поле кудрявая стояла. Люли-люли стояла, люли-люли стояла. Никому березу заломати, никому кудряву заломати. Люли-люли заломати, люли-люли заломати. Красивых песен у славянских народов. А почему я некоторые слова понимаю, а некоторые нет? Потому что раньше у славян был один язык. Потом в одном городе придумали одно слово, а в другом другое слово. А, я поняла. И с одного языка получилось множество других разных языков. Да, молодец! Вера вечна, вера стара, вера наши светица. Yeah.
все так, а песни славянские прекрасные.